Своя земля. Мясокомбинат в стране. So today we have 20 meatpacking facilities in the country. 20. Да, да. И готовы к вам зайти туда, потому что and можно And that we're ready to share our technologies with you so that we can establish production facilities in your country. Это еще одна тема. По переработке мяса. The meat policy. У нас есть говядина. We have beef. У нас есть птица. We have poultry. Мы заходим к вам в производство. На вашей территории мы делаем предприятия по переработке established enterprises for processing. Вот такие виды. So into a similar kind of product. Если это вас интересует, задавайте то же самое. На выставке. And we will be happy to see you at our expo on June the 5th. С теми людьми, которые будут с вашей стороны заниматься, мы сойдемся. И продолжим разговор. And we will continue our discussion. Попробуйте. Попробуйте. Thank you. Я майор Беларус. Yeah. Thank you. Африканский континент очень интересен для нас. Он является одним из наиболее емких рынков, не изученных нами пока. Но мы очень надеемся сотрудничать с компаниями из этого региона. Мы планируем поставлять туда в первую очередь наши молочные ингредиенты, потому что ввиду сложной достаточно логистики и транспортировки продукции имеет смысл поставлять в первую очередь молочные ингредиенты. Сухое обезжиренное молоко, сухую сыворотку, масло весовое и так далее. Конечно, мы бы хотели поставлять еще что-то и на полки, на молочную продукцию. И у нас, к слову, есть такая возможность, потому что мы, помимо молочных ингредиентов с большим сроком годности, также освоили заморозку некоторых видов молочной продукции, сырков глазированных, к примеру, творога в пачках. Планируем расширять линейку замороженной продукции. Насколько интересны предложения, которые сегодня прозвучали членов делегации из Зимбабве? Я считаю, что перспективное направление там. Очень рада, что прорабатывается этот вопрос. Я надеюсь, что это даст толчок к дальнейшему развитию нашего сотрудничества с этим регионом. И очень бы хотела, да, более тесного сотрудничества, проработать этот регион, поставлять в эти страны, потому что на самом деле на текущий момент мы поставляем в страны Персидского залива, мы поставляем в Турцию, мы поставляем во множество стран мира, и все ближе и ближе мы приближаемся, наконец, к сотрудничеству с африканским континентом.